Это просто жесть. Посмотрите на Серёгу, она делает настоящего гомункула. Ваня, ты вы это видите? Что это вообще такое? Чёрт, супербанда! Власти из глаз идут белые слезы. Он затосил меня внутри, выключай камеру. Это просто жесть. Серёжа, что с тобой? Чё творим, бро? Меня зовут Царь Леонис, и бро, вы не поверите, сегодня реально жесткое видео, потому что сегодня мы делаем новую часть про гомункула из зелья из Даркнета. Да, под прошлым видео вы очень хотели, чтобы мы сделали новое видео с гомункулом и зельем из Даркнета. И сегодня, банда, мы выбрали самые жесткие зелья. Это зелье ангела, банда, да, ранее мы уже пили зелье ангела, и там промета, естественно, не кончилось. И сегодня еще, банда, мы это зелье семя мужчины добавим в яйцо и посмотрим, какой получится у нас гомункул. И это будет просто нечто, банда. Так, а сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! Да, банда, она тоже будет делать одно яйцо. Как и в прошлом видео, мы сделаем два яйца. Одно будет мое, а одно будет Насте. И по-любому, то есть какого-то яйца должно что-то получиться. И это будет просто нечто, банда. Мне реально терпится увидеть, какой же будет гомункул ангел. Ведь в прошлый раз, банда, у нас реально получился гомункул зомби. Он укусил Настю. Это было просто жестко. Сегодня же, банда, мы сделаем нового гомункула. Надеюсь, вы готовы. И просто, если вдруг вы хотите еще много новых гомункулов с зельями из Даркнета, то напишите в комментариях, с каким зельем вы бы хотели гомункула. И бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я сниму новую часть про гомункула из зелья из Даркнета. И бро, также подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супербанду. Ведь в принципе, супербанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебя же не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супербанду, в самую сильную банду на ютубе. А тем временем, банда, мы начинаем делать гомункула. Погнали! Окей, Суприм, банда, надеюсь, вы готовы, мы реально делаем нового гомункула. Черт возьми, банда, у нас настоящее зелье ангела в этом виде, оно полностью белое. Думаю, помните, что было тогда, когда я его выпил. И тем временем, банда, у нас также есть два настоящих семя мужчины, которые мы купили в соседней больнице. Просто посмотрите, у нас два шприца. Одно будет мое, а одно Насти. И также у нас есть яйца, банда, в которые мы будем добавлять эти семья. Надеюсь, банда, у нас все получится, у нас будет целых два гомункула. Тем временем, банда, я сделаю свое яйцо сам, а Настя сделает свое сама. Окей, бандиты, давайте уже поскорее приступим. Теперь в эти шприцы нам нужно закачать это зелье. Думаю, помните, как мы делали это в прошлый раз, чёрт. Давайте снимем резинку с этого зелья и уже откроем его. Это просто жесть, я помню, как в прошлый раз оно пахло. Вроде бы неплохо, кстати. Чёрт возьми. Да, ну, в принципе, даже сейчас неплохо пахнет, банда. Тем не менее, давайте его закачаем в наш шприц. Просто гляньте, банда, мы реально теперь в эти шприцы еще добавляем зелье ангела. Это жесть, супер, банда, мне прям это не верится. Просто гляньте, вот семья, а вот зелье ангела. Оно даже не смешивается, вы это видите, банда, как же это мистически выглядит. Окей, одно готово, теперь делаем второй шприц. Окей, супер, банда, два шприца готово. Видите, они даже уже немного начали смешиваться. Тем не менее, зелье нам больше не понадобится, просто отложим его в сторонку. Теперь же возьмем одну из этих яиц и закачаем туда зелье и семья мужчин. Окей, понятно, я возьму вот это более-менее нормально. Давайте теперь здесь сделаем маленькую дырочку, после чего вкачаем туда наши зелья. Окей, смотрите, бандиты, видите это? О, господи, банда, посмотрите, начинает выделяться белок. Вы это видите, он начинает вытекать. Окей, бандиты, в принципе, готовое яйцо, это просто жесть. Окей, взяли один бластер, банды, и быстрее все это делаем, потому что гомункул может не получиться. Я реально делаю настоящего гомункула уже второй раз. Окей, по идее, после этого гомункул должен получиться. Просто посмотрите, в этом яйце может быть настоящий гомункул. Мне реально в это не верится, банда. Окей, теперь давайте положим ее в какую-то миску и накроем полотенцем, банда. Теперь же очередь Насти делать своего гомункула. Ты готова? Да, готова. Давай, начинаем. Окей, супер, банда, пришла очередь Насти. Давай, начинай делать гомункула. О, господи, давай, Настя. Это просто жесть. Посмотрите, Настя реально делает настоящего гомункула. Смотрите, даже белок начал выделяться. Вы это видите? Это такая жесть, банда. О, господи, банда, Настя практически уже сделала своего личного гомункула. Ну как? Глядь, она уже заклеивает дырку. Вы это видите? Это просто жесть. Она реально из шприца выкачала все туда. Окей, это второй гомункул. Идеи все должно получиться. Окей, Суприм, банда, у нас есть два целых настоящих гомункула, которые мы сейчас делаем. Я очень надеюсь, что все получится, банда. Ложим их в эту тарелку, банда, господи. Также нужно это накрыть полностью полотенцем, плотнее, чтобы мне было холодно, и положить самое темное место в доме. Я очень надеюсь, что все получится как в прошлый раз, банда. Окей, банда, давайте положим ее в духовку. Думаю, туда то, что никто не будет заглядывать в ближайшую неделю. Окей, Суприм, банда, главное только потом по ошибке не включить ее. По идее, после этого у нас должны получиться гомункулы. Я очень на это надеюсь, Суприм, банда. Тем не менее, банда, мы теперь ждем целую неделю и смотрим, не получилось у нас гомункулы. Погнали, ждем неделю, банда!
господи, банда уже прошла целая неделя, почти 10 дней. Мне уже интересно поскорее посмотреть, какие же получились наши гомункулы. Это жесть, банда, реально интересно посмотреть, где получилось хоть что-то. И получится у нас настоящий ангел-гомункул. Окей, супер, банда, реально посмотрите, мы за все это время реально не включали духовку. Черт возьми, оно даже не использовалось, все еще здесь лежит. О, господи, уже чуть как от него воняет, банда. Давайте поскорее откроем, посмотрим, что там. О, черт, посмотри. Черт, банда, одно треснуло, видите это? В одном яйцу пошла трещина. Скорее всего, что у нас здесь тоже не получится гомункул. А второе практически целое, вы это видите, банда? Вот на это яйцо мне реально большая надежда. Я очень надеюсь, что там есть гомункул. Окей, банда, перед тем, как разбивать это яйцо, давайте сначала оденем перчатки. Не очень хочу занести себе какую-то инфекцию. Тем более, что это гомункул, какое-то неопознанное существо. Да еще и с зельем из Даркнета. Окей, супер, банда, готова. Пришло время разбивать эти яйца и смотреть, ли у нас получился гомункул. Давайте начнем сразу же из разбитого, посмотрим, что-то там получилось. Мне кажется, скорее всего, что там точно ничего не будет. Тем не менее, банда, давайте это сделаем. Окей, надеюсь, вы готовы, черт. Ну, как я говорил, банда, смотрите, практически ничего нету, только желток и что-то вытекает, банда, черт. Тем не менее, банда, большая надежда на второе яйцо, именно вот это. Потому что мне кажется, что именно в этом яйце будет настоящий гомункул. Тем более, оно намного тяжелее, чем было это, я прям это чувствую. Окей, банда, давайте разобьем его, черт, это просто жесть. Окей, смотри, я даже еле-еле разбивается в этой виде, банда. Давайте его скорее уже откроем. Черт, супер, банда, это просто жесть. О, черт, Настя, посмотри. Там какая-то кровь, ты видишь это? Господи. Мне в это прям не верится, супер, банда. Глядь, там реально льется кровь. Неужели у нас получилось, банда? Черт, посмотри, что это? Господи. О, господи, банди, ты в этом видите? Что это вообще такое? Черт, супер, банда. Нет, вам прям не по себе. Господи, здесь была какая-то кровь, и гляньте. Это что, гомункул или что? Почему оно полностью белое? Глянь, Настя. Это очень похоже на ангела, здесь как будто есть какие-то крылья, ты видишь это? Ой, черт, давай попробуем его подняться, прибоду, посмотрите. Это что, типа гомункул, Настя, просто глянь на это, черт. Я от него реально прям не по себе, гляньте, это очень похоже на крылья, банда. Господи, оно просто закрылось. Это реально похоже получался какой-то гомункул, супер-банда. Черт, супер-банда, просто гляньте на это. Это реально какой-то гомункул-ангел. У него реально есть крылья, банда, вы это видите, это просто жесть, черт. Просто посмотрите, какой же он мистический. Господи, банда, мне прям реально это не верится, это реально новый гомункул. Причем с одного яйца получилось, а с другого нет, потому что другое треснуло. Черт, супер-банда, возможно, он просто мертвый. Или он даже не оживал. О, господи, окей, супер-банда, кажется, это безобидный какой-то вид. Давайте просто не будем смотреть. Хотя мне кажется, что он просто не вышел, банда. Тем не менее, супер-банда, просто посмотрите, какой же он стрёмный, черт. Это реально настоящий гомункул. У него было лицо, ноги, руки, крылья. Это жесть, банда, мне реально в это прям не верится. Мне от этого прям кидать холодный пот, супер-банда. Мне реально как будто бегают мурашки по коже. Это жесть, банда, этот гомункул. Гомункул, я не знаю, он вообще живой или нет. Там реально сделали гомункул. Черт, что это такое, Настя? О, господи, оно что, полетело? Ты видишь это? Оно реально живое, супер-банда. Просто жесть, супер-банда, что случилось, Настя? О, черт, неужели тебя влетело, Настя, только не это? О, господи, банда, вы это видели, черт? Это просто жесть, гомункул вылетел тебе, Настя, в горло. Нет, Настя, что с тобой? О, господи, только не это, Настя, держись, пожалуйста. Черт, что происходит, супер-банда, мне в это не верится. Вы это видели? О, господи, нет, Настя, что с тобой? Черт, супер-банда, только не это. Вы это видели, гомункул просто влетел в горло Насти. Это жесть, банда, мне в это не верится. Эй, Настя, Настя, как ты? О, господи, на что не очнется, банда, это просто жесть. Ну же, давай. О, черт, что это такое? О, господи, супер-банда, вы это видите? Насте из глаз идут белые слезы. Она даже этого не контролирует, скорее всего, просто гляньте. У нее реально белые слезы. Я впервые такая вижу, супер-банда, что происходит? Неужели гомункул реально влетел в тело Насти, он теперь и управляет? О, господи, только не это, супер-банда, мне прям это не верится. Эй, Настя, ты как? Господи, супер-банда, Настю нельзя оставлять в беде, нужно ее как-то спасти. Нужно, наверное, отнести на этот диван, супер-банда. Окей, нужно ее как-то поднять. Черт, только как, супер-банда, я просто не знаю, окей? Но не за руку. О, господи, банда, я порезал сам ее кольцо. Господи, банда, вот посмотрите. Об ее кольце я порезал палец. Вы это видите, супер-банда? Банда, посмотрите! О, господи, как она это сделала! Неужели сила ангела, банда? Она исцелила меня, вы видите, раны больше нету, просто жесть! Я помню, когда я был ангелом, банда, я тоже исцелял раны! Она сделала то же самое, вы это видите? Неужели суперсила ангелов это исцеляет раны? Это жесть, банда, она реально это сделала! О, господи, банда, я реально в шоке, у нас есть сильница, реальный ангел, гомункул, она реально меня исцелила! О, господи, банда, что происходит, вы это видите? Что это такое, она просто встала, банда! О, господи, неужели у нее сильница, реальный ангел? Черт, супер-банда, что происходит? О, господи, вы это видите, банда, что с ней? Черт, неужели не реально слиться гомункул, бандиты? Это просто жесть, вы это видите? Нужно скорее отсюда убегать, банда, черт, только не это. Господи, банда, нужно просто не убегать, черт, посмотрите! Она бежит за мной, вы это видите, банда! Черт, что такое, Настя, что случилось? Неужели это ты? Я не верю, стой на месте! Настя, что случилось, черт? Что происходит, что с тобой? О, господи,
ты ж посмотрите, он вылетает! В этой Бьюти Бон это просто шесть! О, господи, Бон! Сереж! Сереж, что с тобой? Сережа! Господи! Сереж, может, скорую? Сережа, что с тобой? О, господи! О, черт! Что это? Это просто жесть, Настя! Я не знаю, что происходит, как будто меня ест изнутри! Господи, я его выплюну! Господи, Настя, это просто жесть! Я не знаю, что происходит, у меня такое чувство, как будто мне что-то съел внутри! Как будто он сделал мне какой-то орган! Как же мне плохо, Настя! Это жесть, мне просто это не верится, посмотри на него! О, черт, это жесть, Суприпанда! Господи, какой он страшный! Такое чувство, что он еще вырос!